Итак, 20-я звезда, 20-й Василек в металле. У нас достается народному артисту России Григорию Лепсу. Смотрите, он приехал буквально только что с концерта в Турции. И очень уникальный тут был такой момент, что в 2022 году выступал у нас Григорий Лепс на церемонии открытия. И тогда, сразу после Славянского базара, он приехал в Москву и получил статус народного артиста России. Что же будет в этот раз? И уедет ли наш исполнитель счастливым, мы узнаем, а пока следим за церемонией. Мы знаем, какую логистику вам сегодня пришлось преодолеть, но самое важное, что мы вместе. Тепло встречают тоже искренне этому рад. Надеюсь, я это заслужил. Великолепный фестиваль, на мой взгляд. Огромное количество начинающих и известных артистов. И многие артисты в некотором смысле получают здесь свое новое имя, новый, так сказать, виток свой в своем творческом развитии. И это очень здорово. Когда я бываю на этом Славянском базаре, у меня почему-то потихонечку начинает петь душа. Итак, уже из рук президента скоро наш народный артист России Григорий Лепс получит заветную статуэтку «Через искусство к миру и взаимопониманию».